Помните, только вы можете спасти себя от производственного травматизма. Надлежащее использование и хранение всех опасных инструментов – первое условие для выживания. Знаете ли вы, что системы жизнеобеспечения убежища рассчитаны на 900 лет бесперебойной работы?
смотрителя абсолютно. Знаете ли вы, что из-за радиации и мутации Соединенные Штаты будут непригодны для жизни еще минимум 3 столетия?
Знаете ли вы, что партнерство Voltec и Рабко считается самым успешным совместным предприятием за всю историю США? Знаете ли вы, что из-за радиации и мутации Соединенные Штаты будут непригодны для жизни еще минимум 3 столетия? Thank you.
Знаете ли вы, что вероятность того, что убежище станет непригодно для жизни, 1 на 1 763 497? Текущий уровень радиации нулевой, как всегда. Thank you.
Помните, подземный депрессивный синдром излечим. При первых же симптомах обратитесь к лечащему врачу за антидепрессантами. Помните, только вы можете спасти себя от производственного травматизма. Надлежащее использование и хранение всех опасных инструментов – первое условие для выживания.
Знаете ли вы, что вероятность того, что убежище станет непригодно для жизни, 1 на 1 763 497? Текущий уровень радиации нулевой, как всегда.